Так, итак, это Heroes of Nevers, гайд по героям. Сейчас мы рассмотрим такого персонажа, как Уги. Уги. Первый спелл наносит 220 магического урона и замедляет на 35%. С каждым разом использованием увеличивает урон на 30%, но также маны стоит на 10% больше. Второе сгорание активируйте, чтобы тратить 5% от максимального запаса маны, но вы наносите окружающим врагам 40 единиц магического урона с прибавкой 5 от максимального запаса вашего героя. Ускоряет движение на 20%. Третье, это если на перезарядке пассивно добавляет к следующей атаке 10% от потраченной маны. Восстанавливает ману в двойном размере от нанесенного урона. И ульта мы используем, чтобы на 16 секунд использовать внутреннего дикаря. В этом облике ваш герой восстанавливает ману в размере 60% от получаемого урона. Кроме того, 70% всей потраченной маны переводится в здоровье. Так, начальными предметами думаю, будут паровые сапоги. Не подходит. Итак. Так, мы докачались до 6 уровня. Давайте посмотрим, как действуют наши скиллы. Конечно же, прожимаем ульту, второй скилл и все время кастим первый. За него играть. Но поэтому пробежимся еще до следующего. Так, их то же самое. Подписываемся на канал. Спасибо за внимание. До свидания.